Какие еще события оказались значимыми в эти дни? Коротко о других новостях. Более 50 миллионов рублей в этом году вложено в Ирбите в ремонты дорог. При этом в порядок приводились не только центральные улицы города. Так, накануне завершился ремонт дорог на поселке Стекольного завода. Асфальт здесь, конечно, не уложили, но щебеночное покрытие сделали ровным и удобным для местных жителей. Еще один вопрос, который удалось решить в этом году – отведение воды с участка дороги на плодосовхоз. Начавшиеся дожди показали, что дренажные канавы и трубы, уложенные по руслу реки, со своей задачей справляются. Лужи на проезжей части больше нет. Имя Ирбита вновь звучит на всю страну. На этот раз в рамках Национального туристического форума и Всероссийской премии «Маршрут года» по федеральным округам Европейской части России. Ирбит не только стал одним из немногих, кто представил на премии Уральский федеральный округ. Он вошел в число призеров. Путеводитель «Гостеприимен край Ирбитский», созданный сотрудниками Ирбитского музея народного быта, занял третье место в номинации «Лучший туристический путеводитель». При том, что соперниками Ирбита в этой номинации были такие серьезные туристические центры, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Крым. Следующий этап – участие в финале конкурса, который пройдет в конце октября в Ульяновске. Шедевр Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина» с сестрой Марфой продолжает свое триумфальное турне по городам Сибири. После Кемерово и Прокопьевска очередная остановка в Омске. Как и жители других городов, амичи впервые получили возможность у себя дома увидеть шедевр фламандского художника. В экспозиции вместе с Марией Магдалиной представлено еще 39 графических работ, ярких образцов графики голландских, французских и английских мастеров первой половины 17 века, современников Рубенса, среди которых не менее прославленные имена Антонис ван Дейк, Лука ван Лейден. Выставка пробудет в Омске до середины ноября. Затем ее ждут в Екатеринбурге. Так что в Ирбит полотно и графика вернутся уже только в следующем году.